Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик. Непростой обзорчик. Многие, наверное, не знают почему. Как вы знаете, в Castle Clash есть такое правило. Если у вас есть на героя там одинаковые руны, либо таланты, сработает то, что имеет выше лавы. Как вы знаете, у черепа встроена восьмая ожива. То есть, по сути, он резается один раз, но я решил протестить на нем девятую оживу, посмотреть, что же все-таки получится. Будет ли он резаться два раза, либо не будет. Сейчас посмотрим на это. Ну, в любом случае, у него встроенная ожива. То есть, это не талант, допустим, там, но по сути, это талант встроенный. То есть, по идее, у нас должно работать то, что больше, то есть, должна работать именно девятая ожива, он должен резаться два раза. Вот такая вот у него сборочка. Сейчас может что-то интересное. Так, метеор 560. Ну, ослеплялку не знаю. Сейчас посмотрим, кому-то ослеплялку приклеим. Тоже, в принципе, интересный вариант. Ну, можно, в принципе, вот так вот сделать. Может, найдем что-то повеселей с коробок. Так, доспех. Сама суть, ну, по идее, если будет работать две живы, это очень интересно. Точнее, он два раза резнется, значит, все правильно. Если нет, то тогда надо будет спрашивать уже у ТП, почему так. Плохо, что-то пятерки падают. Нифига нету нужного. Доспех бы какой-то. Так, ладно. Это все не то. В общем, поехали. Такс. Тут у нас ставим нашего черепка, идем тестить его уже на разных локациях. Возможно, он будет интересный, я не знаю, надо будет потестить его везде. Так, у меня тут куча разных черепов, надо еще найти нужного нам. Вот он. Так, вот такая вот сборка. Поехали смотреть на миф. Так, один раз резнулся. Да, все-таки работает. Как видите, девятая срабатывает. Получается, что все-таки можно ставить ему девятую оживу, и она будет на нем работать. То есть, по сути, перебивает. Интересно. Это очень даже интересно. Давайте еще поищем. К сожалению, что-то все раздетые. Такс, поехали. Так, один раз убили, второй раз убили и третий раз, да. В общем, вот так вот можно добиться черепа, по сути, максимальной отдачи. Собрать такую вот сборку. Давайте теперь немножко его переделаем. Поставим ему явный вариант. Попробуем что-то придумать интересное. Правда, надо, чтобы он включился еще. Теперь можно поставить ему и корку. Он будет, в принципе, он где-то плюс-минус как Анубис. Поставить ему еще вокруг доспех, чтобы он сливал при включении. Это будет, наверное, лучше, чем метеор. Но такой вариант вполне интересный. Так, ну что, зарядят его? Нет, тут видите, уже не вариант. Но все равно три раза срабатывает. Хорошо, значит, тестим другой вариант. Сейчас я посмотрю, что у меня тут по корке вообще делается. Если у меня восьмая, по-моему, нету на этом сервере. Точно нет. Не, нету.
Хорошо. Пробуем. Блин, ну ремка, конечно, лучше всего заходит. Туда надо искать доспех. Значит, попробуем сейчас другой вариант. Так, ставим сюда панчбокс. Пробуем словить. Хотя бы четвертый доспех ради интереса. Посмотреть, что же все-таки будет. Был у нас, конечно, четвертый доспех. Доспех плюс панчбокс плюс его скилл. В принципе, он и резаться должен. Интересно будет на это посмотреть. Можно, в принципе, и утекание ставить на некоторые варианты. Получается, это еще лучше будет, чем просто вкачать ему утекаху. Так, это немножко не то. Ну, дайте доспех. Вот, отлично. Хотя бы четвертый доспех дали. Если на смену что-то вырвали, пойдем тестить. То же самое. Так, хорошо, поехали. Смотрим. Так, что тут у нас интересного такого? Так, ну тут некрас снимет бафи. Дас видос. Надо найти попроще кого-то. Вот, что-то вроде попроще. Смотрим. Правда, у нас нет отхила, но зато у нас дофигище просто урона. Посмотрите, что он делает там. Ай, блин, немножко неудобно зашел. Так, надо еще разок найти кого-то такого же. Огник точно нет. Рая точно нет. Блин. Где простые игроки? Вот, отлично. Поехали. Плохо, конечно, с отхилом. Ну, смотрим. Просто жесть. Смотрите, что он делает. Получается просто нереально к нему подойти. Сейчас, кстати, на отражалке может убиться. А может нет. Слил Рондас видос. Так, тень. Вот сейчас ресница включится. Отлично. Но осталось у нас седное выражение. Очень интересно будет на это посмотреть. Офигеть. Вот это да. Конечно, такой же вариант можно собрать и попроще. Просто поставить на урон. Что-то он все равно ресница один раз, но все-таки два раза это лучше, чем один. Так, ну тут, если мы так его выпустим, с него сейчас бафы снимут. Сразу же. Накрас снимает баф. Поэтому он не особо актуален. Так, ну еще ищем жертву. Так, рахатка. Так, ну попробуем отсюда начать, если получится, конечно же. Рогатка просто ушатал с плюшки. Как-то, блин, вообще жестко. Мы даже не успели включиться. Странно. Непонятно, что это было. Так, окей, пробуем. Просто жесть, Рину пропал. Но Фрейю мы не убьем. Ну, прикольненько тоже. Просто сносит все, получается. Панчбокс бьет. Он доспехом. Все, что приближается
Просто сливается. Офигеть. Ну-ка пробуем тут. Ну. Не вариант. Да, ну неплох, неплох. Сейчас пойдем на подземке посмотрим. Так, это немножко не того выпустил. Это немножко другая имба. Так, пробуем тут. Просто пофиг. Жесть. Ну, тут, конечно, герои слабенькие, но он у меня тоже не особо топовые прокачки. Веселый черепок у нас получился, конечно же. Посмотрите, что он делает. Он просто с них мясо сделал. Панчбокс плюс... Смотрим на Анубиса. Да, тут, конечно, жесть. Хорошо, идем на подземку. Да, блин, что я могу вам сказать? Вы сами все видите, посмотрите, хоть он и там и... Да, его сейчас застанет. Не успеет он включиться. Тут, конечно, панчбокс. Нам не особо тут от стана надо что-то. Но это просто жесть. Давайте попробуем по-другому. Попробуем такой вариант. Да, он там не мега крутой урон имеет, но плюс одна жизнь для черепа, это очень-очень неплохо. Я думаю, если ведут еще потом девятые руны, это будет реально круто. Так, ну все, дальше мы не забежим, немножко не туда он побежал. Если там пропадет. Ну, в общем, вот как-то так. Поехали, ремочный вариант еще протестируем на PvP-локациях, в забытую сбегаем. Так, окей, поехали. А, ну тут. Тут у нас вариантов особо нет, но все равно против Рэя. Посмотрите, что он делает с героями. Он ПБшку ушатал. И практически там и Фрейю тоже подшатал. Ну, неплохо, неплохо. Хорош. Против Фрейя, конечно, Фрейя снимает с него баф, поэтому... Там еще и Афина много дамага наносит. Но если бы не Фрейя, то в принципе он бы их ушатал всех. Ну, как раз опять же. Заблочили, да. И молчанку еще и кинули. Ну, смотритель. Тут я ничего не сделаю. Против смотрителя вариантов нет. Так, ну что, попробуем против ворожая. К сожалению, тут немножко не то.
О, череп на черепа, интересно. 6. А, одержимый, кстати, снимает баф тоже. Смотрите, что делается. Просто ушатали. Без вариантов даже. Даже не дали возможности ударить. Ну вот если с него не снять, ничего себе, три смертушки, смотрите, что делают. А, не, все, они уже. Прикольненько, конечно. Быстро убил, зато лишился энергии. На 35-й могут героя слить. Но правда, он ремочный, чисто из-за того, что у него деф. Защита есть, то, в принципе, его не убили. А так, смертушка 35-я сносит героя даже любого. В общем, не знаю, ребят, такой вот веселый герой. Давайте еще против, ну, ради интереса, против Рину. Ой. А, я уже стартанул. Хотел против Рину попробовать. Тут без вариантов у меня суд сейчас. В общем, такой вот герой, не знаю. Возможно, если будут девятые еще рунки, там можно будет что-то другое придумать. Но девятая жива все-таки смотрится очень прикольно на нем. И реально он с девятой живой повеселее будет, чем просто. Понятно, что рунами только ему на по локации ремка катит. И там опять же в топе он ничего тащить не будет. Но герой действительно прикольный. И все-таки правда, то, что работает... То, что имеет выше уровень, то есть если у него встроенная жива была, восьмерка максимум, то все-таки девятка перебивает. Вот так вот все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.